Кызылординской области построят этноаул. На его территории будет представлен богатый быт, традиции казахского народа. Ожидается, что проект привлечет внимание туристов и станет центром народного достояния. Объект возведут на территории села Бисарык в Сырдарьинском районе. Аким области Нурлыбек Налибаев посетил его и, кроме того, ознакомился с работой ряда других социальных и предпринимательских объектов. Село Бисарык – один из образцовых населенных пунктов региона. У местных жителей есть работа, у аула – заботливый меценат, хозяйство Абайдаулет. Основное направление предприятия – рисоводство. Однако здесь еще занимаются животноводством, овощеводством, выращивают яблоневый сад. Кроме того, имеется собственная откормочная площадка, кирпичный завод и цех по изготовлению комбикормов. На благоустройство села агроформирование направило около миллиарда тенге. Собрали юрты, установили фонтаны, посадили цветы, построили арку. Многие проекты нами уже реализованы. Теперь хотим построить этноаул и площадь госсимволов. Работы начнем в этом году. Закончить планируем весной следующего. Сегодня в поселке строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс для детей. Стоимость проекта 363 миллиона тенге. Кроме того, в рамках программы АУЛ ЕЛБСГ ремонтируются дороги, обновляются парки. Аким области Нурлыбек Налибаев лично проинспектировал строящиеся объекты и дал конкретные поручения. Делайте работу с добрыми намерениями, позаботьтесь о качестве материалов. Местные жители должны быть довольны. В спорткомплексе будут беговые дорожки, все необходимое для развития бодибилдинга. Положим татами для тренировок по борьбе. Предусмотрен зал для мини-футбола, волейбола. Глава региона также посетил сельский музей и библиотеку. Нурлыбек Налибаев подчеркнул, необходимо увеличить коллекции исторических артефактов и пополнить книжный фонд. Кристина Алмаз, Нуржан Музарапшин, Кызылординская область, Хабар 24.